Всем доброго времени суток! Это я и моя рубрика «Наготовила». Добро пожаловать на мой канал! Ленивые беляши. Тесто смешиваем с фаршем. Все хорошенечко перемешиваем до однородности. Выкладываем ложкой и жарим на растительном масле. Под крышкой обязательно. На небольшом огне. После того, как перевернули, опять накрываем крышкой и жарим до готовности. Очень пышные, очень вкусные, просто объедение, а не беляши. Попробуйте, если вы никогда не готовили. В середине просто очень сочные. А главное, что это все очень быстро и вкусно. А на десерт у нас желейный торт «Битое стекло» с клубникой. Это просто райское наслаждение. Сметану перемешиваем со сгущенкой. Желе нарезаем, которое мы заранее залили кипяченой водой, и оно уже застыло. Нарезаем на небольшие кубики. У меня 4 вида желе. Все складываем в одну большую миску. Это очень быстрый, но очень вкусный десерт. Просто настоящее битое стекло. Заливаем сметанной смесью с желатином. Добавляем еще печенье. Все хорошо распределяем и ставим в холодильник до полного застывания. Далее выкладываем клубничку и поверх заливаем еще желе клубничное. Ставим в холодильник до застывания верхнего слоя. И вот такая красота у нас получается. Ну разве это не прекрасно? Очень красивый, что сверху, что в середине, в разрезе. Вы только посмотрите, а какой он вкусный. Это вам нельзя передать. Подробный рецепт в описании под видео и на моем кулинарном канале. Ссылка на канал в описании. Приятного аппетита!